Расскажите про собак. На моих глазах, когда я шел в школу, они загрызли кошку. Черную кошку. Именно вот эти вот добрые собачки? Да. Но они кажутся со стороны добрые, но на самом деле они злые. Они просто на человека пытаются не агрессировать. Они только на животных. На кошек. На кошек? Ну, если их спровоцировать, они могут напрыгнуть. Вот около вот этого двора ждут кошек. То есть выходит кошка, они на нее бегут, лают, та залезает на дерево и ждут, пока та изморится. Я нахожусь на Козлова 65А. Здесь во дворе от улицы Козлова до улицы Мечникова 128 бегают собаки бездомные. И недавно в Ростов-Главном написали, что они загрызли 15 кошек. Ну вот, ребята мне показали, где обитают собаки. Мы нашли двух. Я к ним подошел, они на меня рычат. Здесь им сделали будку какие-то добрые соседи. И вот собачки греются на солнышке. Если вы посмотрите будки, их убирали уже в прошлом году. Будки? Да, вот эти. Кто-то снова поставил. И вот здесь собак, 5-6 штук, они не дают людям ходить. Во-первых, лают на детей. При мне ребенок тут ревом кричал, потому что они его напугали. И там черная есть такая маленькая, та вообще кидается. Поэтому... А кто их здесь кормит? Знаете, я не знаю. Ну, кто-то подходит, что-то им бросают, дают. Но этот рассадник уже, не знаю... А у них есть на ушах эти желтые такие? У одной, по-моему, или у двух есть. У одной есть. Вот, а так остальные, они же прибегают в стаи. Видите, одна есть, две их подкармливают, они приходят сюда и потом начинают жить. Мы пытались убрать эти будки. В прошлом году убирали, здесь было чисто. Маленькие дети, они забегают по утрам, вот там, где зелень, они постоянно там. Поэтому это, если есть возможность как-то помочь убрать данные, вот это вот, это будет очень хорошо. Кусают, кусают, не пропускают. Они сколько здесь жили, вот с детьми сидели рядом и ни одного дитя не укусили. Дети их мучили, не, там, играли. Они обгавкали. Сережу раз не надо. Она меня нагавкала, эта чара. У нас тут просто все на два лагеря. Кто за, кто против, понимаете? То есть здесь есть защитники, вы за них. Да. А есть те, кому собаки не нравятся? Мне собаки нравятся, я только не считаю, что им вот во дворе не место здесь, где дети. А там пусть бегают. Ну, ни одного ребенка не тронули. Вот сколько я... Тут они вот рядом сидели, тут дети куча играли, ну, игрались. Это, кстати, детская площадка, песочница. Что они здесь делают собаки здесь, вообще? Они по закону не имеют права здесь находиться. Ну, это песочницу я сделал. Не только ты с Эдиком, да. Но я не хочу, чтобы собаки здесь крутились. Разве с детьми? Мне не нравится. Ну, а мне как бы там, они не мешают, они не трогают. Так что мнения разделяются. Да. Когда-нибудь чара. Ну повернись сюда. Нет. Она с ней играется все время. На поводке берут, водят ее. А там есть большая собака, я видел. Там мелкие, там две, которые лают. А большая, и есть серая, большая, да? Рыжая. Она вообще никогда не вообще никого не кусает. Хватает, попорвали всех котов во дворе. Да не, ну вон. Сколько они кушать попорвали. Ну это удивительно, что. Они хватают кушать, им будут части. Ну это у них собак заложено. Собаки, в общем, мы разделяются у нас мнения. У некоторых за, у некоторых против. Ну вот моя дочка очень чару любит. Она постоянно с ней играется, гуляет с ней. Вот. А что вы? Вы котов, да? Маша. Халтуринский 210. Здесь во дворе живет собака. У нее есть где полежать. У нее есть будка, у нее есть миска. У нее есть ошейник. Очевидно, это дворовая собака, которую здесь соседи держат. Что там снимаешь? Собаку. Зачем она тебе? А вы кто? Ты откуда взялся? Вы кто такой и почему здесь нельзя снимать? Почему мою собаку снимаешь? Это ваша собака? Да, моя. Хотите комментарий дать? Расскажи. Какой-нибудь? А, в соцсетях писали, что здесь злые собаки рвут это кошек. Это не злая собака. Удали. Это собака не злая. Я вижу, она не злая. Удали. А где злые?
Пойди поищи. Я поищу. Это удали. Так, дорогие друзья, выяснилось, что на Халтуринском не злая собака, у нее просто злой хозяин. Это Мечникова 51/1. Мы перешли дорогу, видим мертвого кота. Что с ним случилось? Может, его машина переехала? Да нет. Нет, он ощипан. Его по-любому съели. Укусы видны. Ох, ему шею свернули. Ну, туловище свернули. И нет. Кости. И кости торчат. Эта собака не злая? А чья она? А котов там других собак она гоняет? Что? Котов других собак гоняет? Да ничего, она дальше вот двора никуда не уходит. Она хвост поджала, смотрите, сейчас она начнет. Смотрит на нас. На чужих лает. Не, эти собака не очень злая. Это улица Дранка, 112. Георгий и Андрей мне показали собак на их районе. Мы видели трех собак на Козлова 65А, соседи о которых говорят, что они злые, кидаются на кошек. Мы видели собаку на 210 Халтуринский, а во дворах еще одну крупную собаку, соседи о которой говорят, что она добрая. Да, и видели мы одну мертвую кошку, которая, ну, неизвестно, умерла от чего, или собака загрызла, или под машину попала, все могло быть. Ребята, что скажете? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вот.